Привет, с вами Матвей777. У нас сегодня будут мультяши из Магнита. Союз мультфильм. Так, начнем с каталога. Вот такой каталог. У меня есть еще 10 наклеек. Вот. Вся коллекция. Винни-Пух, попугай, Карлсон, Матроскин, Пятачок, Чебурашка, Львенок и Заяц. Вот как выглядит. У нас здесь книжка даже есть. Вот. Так, переходим к распаковке. Но перед этим я нашел в автоматах вот по 20 рублей. Так, начнем с первого. Это у нас истребитель. Такой. Вот. А вот это у нас зефирка. Такая вот. Это типа, ну, несъедобная, такая, типа сквиша. Так, начнем с Чебурашки. Чебурашка. Разрезаем. Так, у нас появляется Чебурашечка. Привет! У него круглые лапки такие. Уши большие, очень, и лицо смешное. Так, вот этикетка, Союз мультфильм. Дальше у нас идет Крокодил Геныч, Геннадьевич. Так, открываем нашего Геннадьевича. Вот такой Геннадьевич. Вот. Хвост у него. Так, это у нас как идет елочные игрушки. Вот. Так, это мы в сторонку. И Чебурашку тоже. Первый герой у нас открыт. Идем к второму герою. Это у нас будет Заяц. Погоди. Открываем. Так, у нас прорезал я. Так. Первое мы рассматриваем зайца. Маленькие лапки. Вот галстучек. Кстати, поднимается. Уши очень мягкие. И мордочка, где два зубика больших. Вот, так, переходим к самому волку. Так, смотрим. Вот он, волк. Такой вот. У него хвост здесь. Вот. Так, ставим его в упаковку. Так. И закрываем. Ставим нашего зайца. И вот так. У нас уже два героя открыто. И переходим к Матроскину. Так, открываем его сзади. Так. Все, открыли. Так, первое, что мне вот это на шарфике. Простоквашино. Так, ну мордочка хорошенькая, такая мягенькая. Ушки хорошие. Хвостик, Союз мультфильм. Вот, шарфик пришит. Это наклеечка. Вот, наклеечка такая вот интересненькая. Вот. Сколько тут звезд? Раз, два, три, четыре, пять. Пять звезд ставим Простоквашину. Вот. Вот. Хвост какой хороший. Так, теперь переходим к брелку Союз мультфильма. Так, это у нас шарик. Открываем его. Вот такой вот шарик.
такой шарик. Так, вставляем его. Раз. И, кстати, здесь вот, видите, морда Матроскина. Так, сейчас вставляем, ну не вставляем, а ставим. И ставим нашего героя. Вот такие у нас герои. И следующие герои. Вот такие Карлсон и Малыш. Вот. Попугай Кеша и кот Василий. Львенок и улитка. И Винни-Пух и Пятачок. И Пятачок и Винни-Пух. Вот наш обзор по мультишам. Трем мультишам. И на этом будем заканчивать. Всем пока.